Одна палка и два алмаза. Стой! А где мой второй алмаз? Стой! Подожди! Догоню, зараза! Лёнь! Не поймал. Ты что, только что уронил туда мой последний алмаз? Да. Ладно, мне придется добыть еще один. С ним просто невозможно. Кого еще один? В этом мире больше нет алмазов. А почему здесь везде бедрок? Подожди, я не понимаю. О чем ты вообще говоришь? В каком еще этом мире? Ну как тебе сказать? Обернись. Что? В смысле, зачем мне нужно обернуться? Это что еще такое? Тут везде бедрок. Нет никаких алмазов. В смысле? Как? Не может этого быть? Я же... Я ничего не понимаю, Лёнь. А как мы здесь вообще оказались? Я тебе серьезно говорю. Ах так? Значит, если тут нет алмазов, значит, они есть вон там. Стоп. Там какие-то следы. Они ведут в дом. Ага. Хватит меня разводить. Уже не очень смешно. Лёнь, нет. Посмотри вот туда. Там оранжевые следы. Явно они ведут в дом. Пошли-ка за мной. Пойдем. Я тебе это покажу сейчас. Стой. Верстак нужно забрать, он мне еще понадобится. И я уверен в том, что алмаз я найду. Ага. А дальше дом у реки. Так скажешь, да? Если у меня комп слабый, пририсовка один чанг, не значит, что можно издеваться. Подожди. Так ты чё, не видел, что ли, что сзади происходит? Ты где? А, вот. Я тебе сейчас лопатой по башке дам. Пойдем за мной! Где сзади? Чокнутый, что ли? Так как у него слабый комп или телефон, я не знаю, что он, кажется, не видел еще всего этого. Ну ладно, сейчас он немножко удивится. Раз, два, три. Я же говорил. Я тебе о том и говорил, Лёнь. А вот и следы. Смотри, они очень странные, прям оранжевые. Там следы! Сам догадался? Или подсказал кто-то? Минутку, никуда не иди. Что ты делаешь? Зачем тебе наковальня, Лёнь? Пойдем смотреть, что это за следы, очень интересно. Ё-моё, у меня сейчас мозг сломается. Что ты там делаешь? Если начинать какое-то дело, то относиться к нему нужно. С большим удовольствием! Ударение на же. Держи. Что это? Зачем мне штаны? Трусы следопыта. Поехали-те. Секунду. Вырежу это. Блоки под собой. Зачем я надел эти трусы? На, забери. Не нужны мне никакие трусы следопыта. Вот тебе, держи чуть-чуть блоков. Давай пойдем уже наверх, пожалуйста. Мне очень интересно, что внутри этого дома. Капец, просто, Лёнь, давай забирайся скорее. Стой. Нет, Лёнь, отстань. Ты меня не уговоришь остановиться. Это важно, Владус, пока в тему. Ну, бжеп. Нет, Лёнь, отстань, пожалуйста. У меня сейчас сломается мозг от этого мира. Ты посмотри, что здесь происходит. Куда вообще смотри? Что? Слушай меня, ты. Ты мне? Да. Тебе. Лёнь, пойдем скорее в дом. Мне очень интересно, что там. А мне интересно, смогут ли подписаться за 10 секунд на канал. Время пошло. Раз, два, пять. Стой, ты не так считаешь. 6, 9, 10. Все, не успели. Кнопка больше не работает. Даже не пробуйте. Блин, как дальше? Владус, поможешь? Владус. Я не знаю, если честно, как с ним играть, это просто невозможно. Как он вообще до своих лет дожил? Да как? Я не понимаю. Поможешь? Ладно, пускай здесь стучится, давайте ему прям поможем, что ли, вот так, чтобы уж совсем наверняка. А я должен зайти в дом, только непонятно, как в него зайти, у меня просто ломается мозг от всего этого увиденного. А, блин, у меня был верстак, но я сейчас делаю себе кирку. После этого я сделаю себе топор, потому что только так мы можем ворваться в этот дом. Лёнь, что здесь могло вообще происходить? А почему у тебя было написано, что ты кричишь как брутальный мужик, а ты кричал как девчонка? Тихо. Лёнь, ну ты весь момент испортил. Так, смотри, здесь у нас, ну, красная краска. Теперь нужно понять, она еще где-то есть, кроме этого дома? Опа. Мне кажется, этот скелет тут неспроста есть. Ладно,
Ладно. Я так и не понял, что есть. Надеюсь, вы успели прочитать то, что он там написал. А, вот, оно куда-то ведет. Блин, мне так хочется ходить по этому всему, но не получается, потому что это перевернутый вроде как мир. И это так странно вообще, просто я не понимаю. Но давай так. Сейчас, помимо того, что вы за 10 секунд подписались, я уверен, что вы смогли за 10 секунд подписаться. Он же вас не развел никак, правильно? Вы еще и сможете лайк поставить. И только после вашего лайка я пойду по этим следам. Иначе мне уже немножко крипово становится. Мне кажется, что... Ой, ё-моё. Как же вовремя начало вечереть. Ну вот отлично, отлично, класс. Ладно, я уже заикнулся. Если лайки будут, то я пойду. А я знаю, насколько вы их быстро ставите. Поэтому мне придется идти в любом случае уже. И мы дам пути к этому, что это там... Лень, а ты как там? Ты долго? Ты как там оказался? В смысле долго? Я не понимаю. Я только что шел, ты был позади, ты вообще упал вниз и... Я что-то не понял прикола. Как ты здесь прошел? Ладус, пожидай дерево свое. Пожи. Зачем тебе мое дерево? Ну, чуть-чуть только. Все, я тебе не отдам. Нет. Ой, все, пожи. Ставьте лайк, если тоже ему не отдали бы все дерево. Я сейчас отдам. Ладно, на. Только отдавай быстрее. Что ты хочешь сделать? Вот. Ты что, сделал 18 кнопок и 64 верстака? Хуба-буба. Блин, мой лоб. Я хочу его скинуть вниз еще разок. Лень, слушай, ты летать умеешь? Да. У меня есть элитры. Надо? Нет, они тебе... Хотя давай. Да. Спасибо. И элитры свои забирай, вонючие. Ладно. Кажется, мы уже где-то близко. Во, я вижу! Продолжение следа вот здесь. Из-за того, что он забрал у меня все дерево и сделал из него верстаки, у меня гораздо меньше блоков осталось, на которых можно строиться. Офигеть, я строюсь так, как будто это я в бок просто строюсь. Ладно, это очень странно, но... Не вижу. Оно прям идет на другой континент. Ты опять здесь? Здорово, Владос, на факел. Вообще-то не Владос, а Владус. Владус. Извини. Не Владус, а Владус. Так, все, отстань. Я должен сейчас А что так резко стемнело-то? Вот для чего мне факел. Отлично, класс. Не знал, что в Майнкрафте темнеет за одну секунду. Так, ладно, я почти пробрался на другой континент. Я уже не знаю, где там Леня. На самом деле, мне уже не интересно. Я хочу от него подальше сбежать. А где он, кстати, реально? Лень, догоняй! Я знаю, что он где-то там, ну это 100%. Давай мы пройдем через реку, это очень странно, я так через реку еще никогда в жизни не проходил. Но почему бы не попробовать? О, там Леня, и там что-то горит, там прям светло. Сейчас, секундочку, я должен разобраться. Лень, как ты там снова впервые меня оказался? Я не понимаю. Ладно, давай бегом. Еще немножко, и я, собственно, на месте. Че он там делает такого, я понять не могу. А можно с тобой познакомиться? Что? Нет, я не знакомлюсь. Я просила по-хорошему. Наверное, мне нужно продолжать дальше идти. Ни на какой бред я внимания больше не обращаю. Я должен выяснить, что здесь происходит. И почему в этом мире нет Лень, дурак? Это я еще и дурак? Ты это мне? Ты точно уверен в своих словах? Подожди-ка, стоп. А следы, кажется, закончились. Подожди, не-не-не-не-не. Я не думаю, что все так просто. А, вот они, еще одни. Подожди, Лень, смотри. Здесь вообще просто два следа только и все. Офигеть! Что ты там такое увидел? Ты просто посмотрел в воду и офигел? Реально, там следы! Ты прав, Лень! Ну-ка, секундочку. Ого, мы можем плавать в этой воде, я и не думал, что... Это еще что за дела? Лень, вот зачем ты за мной пошел? В смысле, я за тобой пошел, Лень, ты... С ним невозможно что-то проходить. Не, ну, у нас есть два пути. Первый я уже пришел, а во второй надо кучу блоков прыгать. Я не хочу, знаете ли... О! А. Здесь нужна карточка. Ладно, Лень, нас заставляют здесь прыгать. Ну не страшно? Это не выглядит абсолютно сложным. И... Лень, как ты там оказался? Тут рычаг. Может, ты не будешь нажимать на каждый попавшийся рычаг? Ой. Лёнь! Стой! Ай! Ай! Так, Лёня, ну как с ним играть-то? Я не понимаю, что он делает? Лёня, хватит жмакать на рычаг, пожалуйста, успокойся! Я уже заколебался прыгать через эту штуковину! Всё, сундук, карта, отлично, можно идти отсюда. Пожалуй, нет, у меня есть верстаки, я их не зря же... Так ему и надо. Вот пускай. Я надеюсь, ему там будет тепло, очень хорошо и... Не страшно. Страшно. Ладно, все, давай посмотрим, что у нас за этой дверью. Очень интересно.
Да ладно. А ты говорил, что не существует в этом мире алмазов? Нету их же, конечно. Ну что же, алмазик, сейчас-ка мы тебя вскопаем. Вскопай, алмаз. Чего? Рукой. У меня вещи пропали. Чур, не я буду копать. Блин, а у меня пальцев нет. Копай. Давай это... Камень-ножницы. Копай! У меня ножницы. У меня камень. Ты вечно выигрываешь. Да. Ну, я думаю, это будет быстро. В Майнкрафте алмаз уж не такой крепкий, как в жизни. Давай, Лёнь. Мы в тебя верим. Вы даже успеете и подписаться, и лайк поставить, пока он копает. Он еще и отвлекается, наверное, сейчас начнёт. Давай, Лёнь, чуть-чуть осталось. Кстати, все подписались, и лайк по... Боже мой. И лайк все поставили? Ой. Копай, давай нормально, Лёнь! Всё, копаю. А ты, Лёнь, говорил, что алмазов здесь нету. Нет, ага. Всё, я пошел добывать алмаз. Ну, да. Классно подобывал. Отлично. Надеюсь, вы уже подписались на канал. Здесь кнопка подписаться. Жмите.